Елка на рыночной площади. Такие громадные шары. В центре елки скворечник. Большущий шар. Довольно-таки легенький. Еще больше. Еще больше, очень красивый, большой. Как оформлена сама площадь? Здесь прямо идет каток. Бесплатное, можно кататься. Коньки бесплатно, все выдают бесплатно. Уже катания закончились. Вот. Здесь находится музей. И по нему летят снежинки. Фото не пере... Съемка не передает цвета гирлянд. Это ближе. Это площадь со всех сторон, я ее снимала, очень такая, сейчас она предновогодняя. Это снег с катка, его чистят, хотя на улице у нас плюс 4. И снежинки летящие.